Вот мы появились в лобби, давайте глянем, что у нас тут есть. О, рельса, вот это знакомая вещь. О, тут Санта сидит. Ладно, окей. Что-то они уже прорываются. Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня играем в Roblox Tower Battles 2.0. Не, я шучу. Это новый режим, по крайней мере, новый для меня. Мне подписчики посоветовали в него поиграть. Называется Tower Warfare. Ну, суть такая же, короче, он очень сильно похож на Tower Battles. Вот мы появились в лобби, давайте глянем, что у нас тут есть. Я уже пару каток сыграл, у нас есть какие-то тут апгрейды, но пока их, наверное, нет. Возможно, потом появится, не знаю. А дальше у нас тут дядьки пляшут, танцуют, веселятся, окей. Так, ну это понятно, за робаксы, короче, купить кредиты, также кредиты здесь копятся. Здесь тоже какие-то миссии, не знаю, еще пока не разобрался ничем. Потом мы глянем, и вот, собственно, самое главное, где движняк происходит, где башенки. Мы здесь выбираем башенки. Вот здесь есть башни, они в принципе такие же, как в Tower Battles. Это у нас типа скаут, снайпер. Чувак с дробовиком, шотганер, это ракет тавер, это базутчик, огнеметчик, это криоганер, который замораживает, это команда с двумя миниганами, это миномет мортира, самолет, о, фермы наши любимые, бараки наши любимые, патрули тоже, джипы, короче, тут практически все слизано, но смотрите, есть какие-то еще прикольные следующие башни, какой-то снайпер, вышка снайперская какая-то, это вообще не знаю, что такое, EMP Tower, тоже прикольно, надо будет глянуть. Потом какая-то бункер какой-то с солдатами. О, рельса, вот это знакомая вещь. Cannon Tower. Тут какая-то дискотека Coil Tower, вообще не знаю, что такое. Тут еще все покупать и покупать, это все Radio Tower. О, Купидон, стреляет любовью, сердечками, наверное. Portal Tower, вот не знаю, пушка какая-то из Portal у него, что она делает, вообще тоже интересно, вот. Ой, это вообще не знаю, что такое. Это, видимо, может автоматически будет их резать, рубить как-то вот Blade Tower с клинками, с лезвиями. Самолет какой-то прикольный, бомбардировщик. И корабль, что ли? Вау-вау-вау, пиратский корабль. Тоже не знаю, как он там будет плавать. Ладно, давайте я хотел взять вот всех стандартно, всех протестить. Всех вот по порядку взял. Шотганера и ракетчика. Кстати, тут тоже копится еще и уровень. И от уровня можно будет вот потом на 20-м и на 45-м. Разблокировать. Ну что, полетели, глянем. А, еще тут такая приколюха, походу, что здесь нельзя играть против друг друга, только можно в соло как бы проходить. Ой, точнее не в соло, а против компа. Типа как выживание. Против друг друга нельзя. Ну, это соло гейм, это типа одному поиграть, это неинтересно. Так, два человека неинтересно, три человека неинтересно. Вот, давайте все ломимся сюда, где 4. Ой, все подписчики мои, всем привет, привет, привет. Так, а влез, конечно, все не влезут. Но кто влезет, и кто влезет, всем привет, и кто не влезет, тоже всем привет. Ну что, рыба-карась, игра началась. А, еще тут такая приколюха, что можно выбрать сразу 5 карт вместо 3, как было в Tower Battles. Ладно, давайте возьмем какую-то, вот, точно, зимнюю, Christmas. И сразу здесь 10 сложностей. Easy, легкая, normal, нормально, hard, сложно, challenge какой-то, insane, невозможное, nightmare, кошмар, hell, это ад. Не, давайте normal, я-то так тут сильно-то не играю. Hell, ад, death, это смерть, impossible, невозможно, и good luck. Типа, желаю удачи. Я на нем попробовал, поиграл, меня там сразу же забодали. Чем они вообще отличаются? Чем выше сложность, тем больше дается кредитов за прохождение. На изи дается 75, на нормале, по-моему, 100. Я так понимаю, где-то по 25 кредитов больше дается на каждой, получается, сложности. И чем сложность отличается еще? Это, собственно, толщиной самих зомбаков, которые идут зомбаки. На первой сложности там первые идут, у них единичка жизни, а на последней я зашел, у них по 25. У самых-самых первых, самых слабых 25 жизней. Ну, соответственно, там боссы и так далее. О, какой-то прикольный плейс у нас. Точно рождественский. Леденцы. О, тут Санта сидит. Санта сидит. С медведем, что ли? А, с печенькой он там сидит. Так, собственно, такая же здесь у нас история. Идут зомбаки. Пойдут вот отсюда они. Пойдут вот так вот по нашим дорогам. И их цель дойти вот до сюда. А наша цель не дать им пройти. Вот, кстати, кто-то поставил уже бараки. Окей, бараки. Так, это кто? О, дядька какой-то сидит, полковник, рыбачит.
в подводный лед. Кстати, тоже на джипе, да? У него там еще миниган сбоку, прикольно. Так, тоже кто-то поставил снайпера, давайте глянем. Тоже снайпера ставим наверх. Так, ну я поставлю куда-нибудь посерединке, чтобы он как можно больше захватывал. Да, то есть снайперы тут тоже ставятся на верхушку, их нельзя поставить вниз. Вниз можно обычные юниты ставить, а наверх типа как рельса, снайпер и так далее. В принципе, как в Tower Battles. Еще мне здесь понравилось то, что здесь, вот здесь как обычно наши жизни, 100 хп. Кэш это наши деньги, и Tower Limit это сколько мы поставили, сразу видно башенок. И в Tower Battles можно было 15 ставить, а здесь сразу 20. То есть на 5 башен здесь можно поставить больше, это прикольно. И показывается наша сложность, нормал, вторая, из 10 только вторая пока. Вот, смотрите, они идут, у них по жизни по 3. А, по-моему, на изи у них по единичке или по двоечке, ну, это не точно. Потом, какая тут еще приколюха? А, когда, короче, наводишь на юнит, сразу показывается, сколько у него уровень. Нулевой уровень у него. И чей он? Вот сразу видно третий уровень Кирилла, да? Ага, вот сразу видите, показывается чей юнит и какой у него уровень. И показывается сразу же ХП у зомбаков. Но если мы отдаляем, то ХП не видно. Если приближаем, то появляется ХП. То же самое вот где у нас идет солдер, типа барак. Так не видать ХП. Хопа, когда приближаешь, вон у него 5 ХПшек. Окей. А потом здесь прикольно еще сделано, когда начинаешь апать. Апгрейживаешь, наводишь на юнита. Вот, здесь написано его название, сколько он уже повреждений нанес, сколько стоит его апнуть. Стоит его всего 50. О, давайте его апнем. Хоп. Все, мы его апнули. Теперь единичка появилась. Первый уровень, а был нулевой. Окей. Дальше идут статистики. То есть статы. Не статистика, а статы. Fire rate это сколько секунд он наносит до выстрела. 5-0 это значит 5 секунд он будет стрелять раз в 5 секунд. То есть довольно-таки редко. Повреждение у него двойка, снимает он 2 хп раз в 5 секунд и range 25. Это его радиус обзора. Но, к сожалению, когда наводишь, радиус обзора не показывается. То есть показывается только тогда, когда начинаешь ставить. Вот когда мы ставим, где давайте мы еще одного поставим, хоп, вот тогда показывается радиус обзора. Вот примерно вот такой, да? Когда мы не наводим, видим, что у него 20. И вот этот радиус обзора примерно 20. Давайте вот мы апнем его, хоп. Уже стало 25, но уже не видно. Ну, был примерно вот такой. Сейчас стал, может быть, вот так чуть-чуть подальше. Ну, так, навскидку, грубо говоря. Вот у нас две башни уже из 20, окей. И увеличивается с каждым апом, соответственно, увеличивается, уменьшается количество секунд до следующего выстрела, увеличивается повреждение и увеличивается, ну, радиус обзора. Еще у них прикольно есть какой-то эффект. Вот, например, на 5 уровне будет двойной выстрел, он будет 2 раза стрелять. То есть будет прикольно. Вот еще какие-то бафы тут есть. Я не знаю, это еще я с такими не играл. Какие-то есть перки, может быть, они потом появятся. То есть какие-то способности будут. То есть вот, довольно-таки прикольно. Ладно, давайте кого-нибудь еще воткнем. Пока есть у нас возможность, кого куда поставим. Давайте поставим нашего вот, дядьку в этом. О, кстати, их еще и можно как-то вращать. Я не знаю, как их вращать. Ладно, давайте тоже за 50 его апнем. Кстати, какие у него характеристики надо было поставить? Раз в 4 секунды он стреляет, двоечку наносит, а была единичка. И, по-моему, рейндж был 7 у него, да. Вот мы его маленько проапали. Тут у нас тоже стоят куча ФСБшников. ФБРовцы какие-то. О, фермы, кстати, у кого-то есть. Вот так ферма выглядит. Тоже 3 дерева с одной стороны, 3 с другой. Прикольно. Так, так, так. И что у нас? Бараки, да? Да, раз барак, два барак. Окей. Окей. Так, ладно, мы поставили, короче, протестили вот этого скаута нашего. Давайте попробуем за 400 поставим чувака с дробовиком. Вот он тут стоит уже. Но мы где-нибудь его рядышком тоже воткнем. Так, так, так. А, блин, тут тесно сильно. Ну, давайте вот сюда. Вон он, дробаш стоит. Ну-ка, сколько он снимает? Так, раз, 6 секунд, а так редко стреляет. Бог ты мой, по-моему, из базуки рельса и то чаще стреляет. А дамейдж у него 3. И радиус 7, небольшой. А, вот на третьем уровне Камос появляется. Камос это невидимые, короче. То, что он сможет уже видеть невидимых. Вот такие пирожки, короче. Ладно, окей. Так, что, давайте базутчика еще что ли поставим для прикола. Вот сюда куда-нибудь, да?
Потом их будем уже апать. О, базутчик тоже. Гранатометчик. Так, надеюсь, он развернется же. Или это будет? Так, какие у него характеристики? Давайте глянем. Раз в 4 секунды стреляет, наносит 4 повреждения. Радиус 7. 4-4-7. Ну-ка, давайте его апнем. Бенч. И 4-5-8. Ага, то есть повреждение на единичку и радиус увеличился по единичке. Ну, соответственно, чем дальше мы апаем, уже стоит 300 его апнуть. Чем дальше мы апаем, тем дороже становится ап, и тем больше у него характеристики возрастает. Примерно как-то так. Как, в принципе, и в каждой Tower Battles. Tower Defense в любом режиме. Так, что мы будем делать? Я хочу поставить побольше снайперов. Давайте здесь снайпера поставим. Куда я его поставил? О, мамочки, что за баг? Ну-ка, он будет хоть нарезать кого-нибудь? Смотрите, он стреляет. Прикол. Точно стреляет? Да, вон, 2 повреждения. Офигеть. Как я его туда поставил? Давайте его проапаем. Так, раз. Так, 5, 2, 25. 5, 3, 30. Уже повреждение увеличился и рейндж. То есть 5, 3, 30. Хоп. 5, 4, 35. То есть на единичку увеличивается повреждение, и на пятерку увеличивается радиус обзора. Ого, следующий стоит 1800, чтобы его апнуть. Обалдешечки. Мне даже столько денег нет, у меня пока месяц только 1300. Да. Зато у нас он целый коридор. Из скаутов. Из пистолетчиков. Так, этот стреляет с дробана. О, уже появились 2. Обалдеть. Это на 4 уровне он уже. Это типа солдера, наверное, да? Он у него уже с 2 стволов он стреляет. Прикольно. О, это ферма, да? Ферма превращается, он апнутая на каком уровне? 500. На 4 уровне приносит она по 500. Кстати, так же, по-моему, как и в Tower Battles, да? И выглядит он как банк. Уже более-менее похоже что-то на правду. А то там фермы, 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 фермы. А тут вот уже банку деньги приносит. О, что там такое? Ну-ка, давайте глянем. А, я не могу туда зайти. Там тоже снайпера, что ли, кто-то поставил. Ну, до этого, конечно, я клево поставил. Летающий снайперюга у нас, да? Ха. Вот он. Хочу его разглядеть. Прикольно. Ха-ха. Наверху. Так, 19-я волна у нас, между прочим, уже идет. Но мы вроде держимся. Причем у нас 100 жизней. И 3100. Так, давайте я вот этого попробую апнуть. Сколько у нас? 1800. Так, было 5-4-35. Стало. Ага. Стал быстрее стрелять. На единичку увеличилось повреждение. И на пятерку рейндж. Теперь вообще рейндж у него 40. Он, наверное, вот так вот захватывает уже. Говорю, жалко, что нельзя посмотреть, какой у него радиус обзора. И на 5 уровне за 3500 у него будет двойной выстрел. О, я уже хочу купить. Ну-ка, как он меняется, кстати, нет? О, у него, смотрите, какой ствол клевый появился. Точно, смотрите, какой здесь ствол. Обычная какая-то винтовка, да? И на 4-м вон уже какая здоровая. Это противотанковая вообще. Так, а это у нас... А, пиромант, огнеметчик, точно. Который поджигает наших юнитов. Так, танкер, танкер уже какие-то бронявые. О, боссы уже пошли по 25 жизней. Спиди, это какой-то шустрый, да? Так, а вот это космос этот. Космо. Да, или как они? Комос, точно, космос. Комос, это значит невидимые. Но мы-то их уже видим, поэтому все нормуль. Так, вон здесь идут, идут. О, уже солдеры апнутые. Так, третий, третий, третий. Да, третий. А здесь 4 уровень. 50 жизней. Да, получается, на 4 уровне 50 жизней у солдера. Еще у него каска какая-то. Нет, здесь тоже такая же каска, да? Да, похожие каски. Но зато жизни гораздо больше у него. Ладно, окей. Что-то они уже прорываются. А, невидимые идут. У которых еще и по 40 жизней. Обалдеть. Так, 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 вроде замочили. Аккуратно. 24-я волна, между прочим-то у нас уже. Так, и 4500. Я апнул на максимум. Нет, 3500. Давайте апаем. Так, было 4640.
Ага. Еще на единичку уменьшилось. Повреждение на 2 увеличилось. Было 6, стало 8. И 45 радиус обзора стал. Еще и двойной выстрел. А что у него, что ли, две снайперки? Или как он стреляет двойным? Не упади, главное, товарищ. Ну-ка, сколько он уже повреждений нанес? Он нанес уже 150 повреждений. А нижний наш самый первый? Только 160. 160. А этот 150. Ну просто мы его только апнули. О, уже танки пошли. Это мы против танков, что ли, воюем? Обалдеть. Босс. Это типа как босс второго уровня. Кто вырабатывался. Только жизни у меня здесь поменьше. По 35 всего. Так, огнеметчик нахлобучит. Кстати, давайте мы проапаем, может быть, нашего этого. Вот с дробовиком, который стоит. Давайте. Так, было 6, 3, 7. Стало 4. 4, 8. Прикольно. 3, 5, 8. Так, дайте, не вижу. Не могу навестись. 3, 7, 9. И за 1900 хватает? Хватает. На 4, 2, 8. Короче, стал он гораздо быстрее стрелять, и 4000 пока не хватает. Короче, он гораздо быстрее стрелять стал. А, вот, точно, это типа у нас не дробовик, это какой-то тоже этот. Ну, типа солдера. Что-то я думал, это с дробовиком он. Смотрю, что как-то странно выглядит. 28-я волна, нормал у нас идет. О, у меня всего 6, что ли, этих товеров. Так мало я поставил. Этого, что ли, тоже еще прапать. Pistol Tower. Короче, пикалетчик, как я его называю. В простонародье просто пикалетчик. Так, а вот он, кстати, замораживатель появился. Хоп, замедляет их. Николас тоже поставил еще. Базутчика. А я базутчика еще не ставил. Давайте тоже куда-нибудь воткнем его. Нет, вот он же у меня стоит, базутчик. Точно, есть. Но я для начала хочу прапать вот этого. За 4000. Ну-ка, было 2... 8, 10, стало 1, 10, 10. Короче, вообще стал очень быстро стрелять каждую секунду теперь. И по десятке наносит. Ну что, неплохо, наверное, да? Все, максимальный уровень. И здесь у нас максимальный, да? Да, здесь тоже максимальный. Ну-ка, интересно, как будут выглядеть эти? Для этого уровня есть 3, 4, 4, 4. Пока нету еще на 5 уровне. На 5 уровне в каске он, короче. Ну, одинаково, по-моему, выглядит, что 5, что 4, да? Так, только не говорите, что здесь тоже баг случается. О, это типа боссы 3 уровня, по 70 у них здесь здоровье. Здесь чем прикольно, можно выбирать сложность. То есть, можно попробовать потом до такой степени развиться, что не знаю. На good luck на этом затащить, попробовать. Который желаю удачи там. Последняя, 10-я сложность. Мы доиграем всего на 2-й из 10. Поэтому здесь нам еще довольно-таки просто. Но все равно 33-я волна уже. Боссы валят какие-то. И невидимые причем. Так, 7000, у меня 7000. Давайте, кого мы проапаем? Может, базутчика тоже проапать? Вдруг он... Они до сюда идут. Давайте базутчика проапаем. Раз, два, 1500. Окей. И на 5-й уровень 3000. Было 2, 11, 11, стало 1, 15, 13. О, стреляет он раз в секунду, получается, вообще быстро. И наносит по 15 повреждений. Довольно-таки неплохо. Самое главное, чтобы кто-то до него дошел хотя бы. Чтобы хоть что-то на кого-то посмотреть, как он стрелять будет. Потому что пока ничего, никто до сюда даже не добегает. Можно было, кстати, на харде попробовать поиграть, да? Потому что что-то на... нормали даже. На изи я вообще там можно оставить, они сами там пробегут, всех убьют. А вот на нормали, на харде, на нормали тоже довольно-таки просто, я так думаю, но на харде уже там булочки приходится-то понапрягать. Вау, у нас идет босс. Зом Кинг, 1600 жизней, а было 2000 у него. Ну-ка давайте нахлобучиваем быстро. Че, музыка такая жесткая. Давай, мой хороший. Так, 1000. О, замедлили его. Криоганил просто, да, стрельнул? О, замедлил его. Стоит. Давай, пока стоишь. Так, я же могу прапать. Давайте быстро. Кого-нибудь прапаем. Бенчик.
Так, еще снайпера мы максимально пропали. У него осталось 700. Эй, товарищ, ну-ка, замедлить бы его как-нибудь. Так, ну у нас тут еще куча идет солдатов, кстати, поэтому я надеюсь, что не пройдет он. 400, у него четверть осталось. 300. Это типа супервоид какой-то у нас, да? Давайте наклобучивайте ему. Сейчас вся, ребята, вся надежда только на вас. И на банк. Ну это не точно. Все, завалили. Е, 125 кредитов дали. Это мы, получается, играли на нормале. А, да, получается, за каждый уровень сложности дается по 50 больше. На первом, на изи, я точно помню, было 75. 125 получается на втором сложности, на втором уровне сложности. И 175 должно быть на харде. Потом попробуем. Все, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся на просторах Роблокса.